Мальчики и девочки, только что я вам показывал эту дырявую Катю. Дырявая соточка почему? Да потому что она вот с дыркой, это купюра, банкнота. А сейчас я покажу еще древнее. Это марки. Марки древнючие. Глянь, какая кучечка у меня. Кучечка марок. Смотри, они все одинаковые. Так, это что тут? Иметь хождение наравне серебряной монетой. Короче, нифига у меня не получилось прочитать, я ее просто покажу. Это он какой-то мужичок, 10 копеек. А, да это, наверное, царь, да, какой-то? Кто знает, что за царь на синем фоне с номиналом 10 копеек. Он подсказочка, видите, буква Н. Это Николай. Николай, Катя, Николай, все самые эти царьки у меня тут вот на сумочке лежат. Так, а вот эти марки, получается, древние-древние, как история. Если этой купюре 110 лет, им, наверное, 200 лет. Так, это кто такая? Это разменная марка Одессы. Подделка преследуется законом. Офигеть. Это вот такая вот 15 копеек. И, кстати, она сделана не как обычная марка, а как с такой вот какой-то плотной бумаги, как типа картоночки. Ну, типа картоночки. Ну, такая плотненькая бумага. Вот они, видишь? Одна зеленая, а вторая... Ну, такого, какого-то цвета, ну, не зеленого точно. Это 20 копеек, вон, видишь, еще два орла и якорь. Якорь на люстру похож. На люстру точно. Так, разменная марка, город Одесса, 15 и 20. Вот тоже есть, пожалуйста. Раз, два, три, шесть, 11 штук. 11 марок вместе с царьком уже в продаже. Заходи, все просто, покупай. Хочешь эту купи, хочешь эту купи, хочешь отвертки все купи. Кстати, если тебе этого всего мало, можешь еще радиодетали купить или золото грамм 20. Могу и 50 продать, если ты попросишь. Видишь, какие они тут вон слиплись кучками. Царские марки, царские марки, царские бабки. Золото советское. Так и живем, так и продаем. Кстати, если ты захочешь сэкономить, я даже для тебя, вот это вот, все вот эти вот позиции отправлю этой Укрпочтой. Знаю, ты любишь экономить на доставке. Любой каприз. Ты только купи.